Ангарские школьники вернулись из лагеря «Артек», где принимали участие в профильной смене добровольческих отрядов. В группу вошли 4 человека. Все они – активисты движения «Волонтеры Победы». В лагере подростки представляли собственные проекты, принимали участие в мастер-классах, делились опытом с представителями других территорий. Всего в смене принимало 150 добровольцев участие. Нас из Ангарска было 4. Как мы попали, я не знаю, может, это так судьба распорядилась или еще что. Вот из этих 150 человек на смене выбирались 30 лучших. Титульный отряд. Он определялся по рейтингу. Сергей Бородин вошел в 30-ку лучших и стал послом Лиги добровольцев. Уже этой осенью представитель Ангарска отправится на федеральный форум в столицу нашей Родины.